Третий час чемпионата Stunt Racer. Как ни странно, но осталось всего 4 гонки, но я продолжаю выигрывать. Видимо, все-таки приноровился в эту игру играть. Двойное кольцо, Германия. Два огромных подъема и двойное кольцо составляют эту жуткую трассу. Есть довольно интересные кольца, как в цирке на мотоциклах. Вот. Спасибо за ускорение. Пока я третий, но все, ситуация полностью под контролем. Лидер в зоне видимости. Я думаю, все у нас получится, правда же? Идеально прошел кольцо. Даже вышел на первое место, ни разу не воспользовавшись ускорением. Здесь можно вообще обойтись без заезда на пит-стоп, что я и сделаю. Соперники-то точно на пит-стоп будут заезжать, потому что он они ускорение-то использует. Блин, хреново. Вот это плохо. Четвертый. Ты что такое, блядь? Ух ты, как меня удачно подкинуло. Да нет, неудачно, все равно. Третий пока. Как бы мне на пит-стоп сейчас не пришлось заезжать, потому что заряда-то мало осталось, а нам еще больше круга ехать. Я не пойму, а что, компьютер не собирается, что ли, на пит-стоп заезжать? Так, заехал.
Кстати, мне не хватит мне не хватит заряда аккумулятора точно до конца гонки. Так что вторым я... Это в лучшем случае, если я сейчас буду вторым, приеду. Слушайте, ну я, скорее всего, буду четвертым. Потому что те вон двое, которые отстали безнадежно, они меня точно не обгонят. Да, я четвертым буду. Мне сейчас придется полтрассы тащиться на второй передаче. Ну и все. Аккумулятор мой разрядился. Ну, в принципе, вот уже и финиш. Осталось всего три гонки, так что лидерство я не потеряю. Как пить дать. Отрыв от преследователя по очкам. 59 очков. Или нет? 59, да. Так, змеиная буря. Длинная закрученная трасса, на которой много уровней и петель. Германия. Вот эти трассы сложные, тут я, конечно, высокое место не займу, понятно. Идет только второй круг, а я уже сколько раз вылетел за... Вылетел раза три, наверное. Ну-ка, чувак, подтолкни меня. Ага. Что такое? Вообще играть разучился. И, честно говоря, я просто устал уже. Я хоть видео и разбил на 3 часа, но пишу его непрерывно. Вот уже 2 с лишним часа. Уже и пальцы отваливаются. И... Да нет, на самом деле просто трассы стали сложными. Потому что первый раз чемпионата проходил с перекурами, но в последних трассах также у меня ничего не получалось. Какой дрифт у меня затяжной получился. Как ни странно, но я третий и лидер в зоне видимости. Правда, мне сейчас на пит-стоп надо будет заезжать. Надеюсь, им тоже. Потому что если они заедут тоже, то у меня будет возможность использовать ускорение.
Сейчас поворот на пит-стоп не пропустить. Важно, ага. Подзарядились. Идеально пошел поворот. Тут удачно. Тут удачно. Ну блин, и особые нитро. Блять! Да что ж такое? Все время создается обманчивое впечатление, что нужно налево поворачивать, а там не надо поворачивать налево. Да, все, посыпался я. Вышел на третью позицию. Пошел последний круг. Ой-ой-ой, зря я тут ускорился. Короче, третьим буду. Смотри-ка, на второе место вышел. И чуть было на первое, чуть-чуть не хватило. Неплохой результат, неплохой. Можно уже даже не следить за зачетом по очкам, потому что очевидно, что чемпионат будет мой. Посадочная полоса. На этой трассе вы встретите большое количество мест. Перевод пиратский. Каких мест есть? Нью-Йорк, кстати, смотрите, башни-близнецы. Мы в Нью-Йорке, да? Это же, по-моему, башни-близнецы, куда самолеты врезались. Этот поворот, все время я улетаю туда. Тормозить надо перед ним.
Подошел к концу второй круг. Я иду вторым. Да, блять, опять этот поворот. Надо запомнить, что после финишной, после финиша сразу надо тормозить. Надо же, не улетел. Кстати, еще два круга и лидер... О, нет. Только я заикнулся, то что могу кого-то догнать. Сейчас еще на пит-стоп заезжать. Сейчас я могу не экономить ускорение. Хотя как не могу экономить? Там еще полтора круга ехать. Нет, экономить пока что все равно надо. Да и негде особо применить-то. Так, этот чувак заехал на пит-стоп, а я, соответственно, вышел на второе место. Пошел последний круг. Так, лидер вот он, недалеко совсем. Тут кто-то круговой, все, потерял я возможность бороться за первое место. Смотри, на вторую вышел. А, там у лидера закончился заряд. Поэтому я его так легко обогнал. Второй.
Даже первый, нифига себе. У лидера закончился заряд, я его догнал, видите? Первое место. Так, еще две гонки осталось. Так, трасса в Японии. Длинная и сложная трасса, где много трамплинов, ухабов и пересечений. Пока последний. Какой отсюда прекрасный вид открывается. Здорово. Соперники навернулись, я уже четвертый. Водопад, красотень. Первый круг позади. Сразу видно, что мы в Японии. Дома. Классической японской... О, черт. Классического японского вида. Да, я борюсь с лузерами, а лидеров даже не видно. С такой ездой, конечно, их не будет видно. Все, я последний. Ну да, вот самые сложные этапы пошли. Я, скорее всего, буду в них всегда последним приходить. Но осталось всего 3 гонки. Тут, по-моему, 2 или 3 гонки. Соответственно, чемпионат мой. Я получу кубок золотой. Вы бы хотели получить кубок? Плохо, что нету камеры заднего вида. Нельзя посмотреть, что происходит сзади тебя. Черт. Честно говоря, я уже просто устал, поплыл, поэтому так много ошибок. Не могу сконцентрироваться уже. Играю третий час. Черт, надо было заезжать на пит-стоп. Ну теперь уж чего. Я сейчас действительно в этой гонке я точно приду последним, потому что мне не хватит энергии, чтобы
нормально доехать этот круг. Придется тащиться до пит-стопа. Уже все понятно. Все, заряд закончился. Пит-стопа не видно. Кстати, не только у меня заряд, если вы посмотрите на индикаторах, у всех почти мигают лампочки. То есть не только у меня закончился заряд. У лидера закончился заряд, так что лидера я сейчас могу попробовать накатить. Последний круг сейчас уже можно не экономить. И ускорение. Правда, уже времени не осталось, чтобы накатить. Хотя почему не осталось? Ай, сейчас улечу за трассу. Глупейшая ошибка. Ускорился перед трамплином, и вот результат. Пошел последний круг. Я вышел на третье место. Все, больше ускорения у меня применить возможности не будет, потому что закончился заряд почти. О, похоже, я еще буду докатывать вообще без заряда эту гонку. Второй финишировал. Так что, все что ли? Чемпионат пройден? А, вот последняя гонка. Интерсектор. Длинная скоростная трасса, на которой есть много глубже. Это последняя гонка. И я буду чемпионом.
четвертый. Меня швырнуло. Очуметь. Здесь без пит-стопа явно не обойдется, поэтому если я вылетел с трассы, то можно ускоряться с помощью ускорения. Блин, ну что ж такое? Ну, это сложная трасса, последняя трасса. Третий круг пошел. Еще два раза придется на пит-стоп заезжать, к тому же последним, короче, я приду здесь, скорее всего. Хотя пока четвертый. Заехал на пит-стоп, но сейчас точно буду последним. Я заметил, что к финишным гонкам у компьютера, по-моему, читерским способом энергии на дольше хватает, чем у меня. Вот они, как я понял, вообще еще ни разу, они ни разу не заезжали, действительно. А у меня уже закончилась энергия, хотя я практически не использовал ускорение. Как такое возможно? Стал уже чуть ли не на круг, я, мне кажется. Отставание гигантское совершенно. Да, последним я буду. Потому что мне сейчас еще на пит-стоп заезжать. Второй раз.
Хотя ладно, не будем заезжать. Спокойно доедем. В принципе, хватит заряда, я думаю. Приблизить все равно уже никому невозможно. Отставание будет больше полминуты, как я думаю. Отставание от лидера, я имею в виду. Но чемпионат мой. Хотите быть чемпионами? Устанавливайте стан GP. И где-то со второй попытки станете чемпионами гонок. Представляете? Все, финишная прямая. О, черт возьми! О, черт возьми! Вот это жесть! Вы представляете, оказывается, это был не последний круг, а предпоследний. И мне сейчас придется целый круг ехать на низкой скорости. На скорости 150 км. Ну, не имею. Потому что... я думал, последний круг и не зарядился. А теперь мне вот в таком режиме тащиться еле-еле. Кстати, у лидеров тоже закончилась энергия. Только что толку-то от этого? Придется тащиться. Все. Все уже финишировали, кроме меня. Ну и вон там сзади кто-то сильно отстал. Преследователь куда-то улетел и пропал с карты. Обратите внимание. Кто-то надо мной пролетел и куда-то исчез. Все, я чемпион. Мультик будет какой-нибудь? Виннер! Виннер! Поздравляем, вы допущены для участия в гонке за специальные очки. Выиграйте эту гонку. Финишируйте, и вы наберете много бонусных очков. Что такое? Что за бонусная гонка? Только не говорите, что я должен прыгать. О, бонусная гонка. Давайте про... Ха, смотрите, какие чуваки сидят за рулем. Прикольно. Как в больших гонках. Большие гонки у меня на канале пройдены. Там тоже головастые такие же чуваки. Почему у моей тачки нет головы? Честно. Я третий. Так, здесь можно проехать вообще без пит-стопа, как я понимаю. Потому что круг короткий, их всего 5. Да, без пит-стопа. Я вышел на первое место. У меня есть ощущение, что выиграть эту гонку будет легко. Ха-ха-ха-ха.
пускаешь, ждут энергию. Хотя я все равно второй, и лидер вон он. В зоне видимости. Ого, улетел. Ого, черт возьми. Боюсь, что эту гонку я не выиграю. Все, посыпался. Я да уже устал просто играть. На пит-стоп они не заезжают. Как и я. Последний круг. Да, опять я улетел. Да что ж такое? Фух, ладно, да скорее бы доехать уже, и хрен с этой игрой. Ну не, ну игра нормальная. Игра нормальная. Но я устал. Я ухожу. Третий. Давай хотя бы вторым буду. Нет, не буду я вторым. А буду я четвертым. Закрытый предмет. Прототип. Поздравляем. Вилочник доступен для использования в выставочных гонках и в сетевой игре. Вилочник. Нифига себе. На погрузчике можно кататься. Фух. Таблица рекордов. Всем спасибо, друзья. Всем пока.